Кёнигсберг представлял собой классическую крепость 19 столетия. Вокруг города на расстоянии 5 километров было построено 12 фортов и 3 промежуточных сооружения. Этот пояс, называемый периной Кёнигсберга, защищал город от огня артиллерии противника. Каждый форт представлял собой заглубленную в грунт постройку, окруженную рвом с водой. Огороженный стальной решеткой ров простреливался из так называемых капониров и кофров и мог легко похоронить сотни и тысячи штурмующих.